В России теперь можно заказывать онлайн не только товары и продукты питания, а еще и бензин. В нескольких городах начали работу сразу два сервиса по заправке машин, припаркованных на улицах. Подобные услуги давно предоставляют в Северной Америке и Европе, однако в России они особенно актуальны, учитывая суровые зимы. Новые стартапы готовы заправить ваше авто даже тогда, когда вас нет внутри. Для этого необходимо установить на смартфон приложение. То, что вам нужно сделать несколько нажатий и заказать бак, и не забыть оставить открытой крышку. Сервис пока доступен в 4 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. Пользователям не нужно объяснять операторам свое местоположение. Достаточно нажать кнопку. Система вас обнаружит автоматически. Самая большая проблема была с тем, что люди просто не понимали, что это за сервис. То есть они думали, ну это когда вот там желтая лампочка или когда я где-то встал. И тогда мне нужно воспользоваться вашим сервисом. Срочно прилетели, да, как там пожарные или как там скорая помощь. Когда людям в телефонном режиме просто объясняешь, говоришь, знаете, вы можете забыть про АЗС. Пока эти два стартапа занимают лишь небольшую долю рынка. В день оборот топлива составляет 16-18 тысяч литров. Это можно сравнить с дневным объемом продаж на среднестатистической заправке. Однако компании намерены расти. И расти есть куда. Уже существуют технологии, которые позволяют отслеживать наполненность бака и отправлять автоматическое сообщение до заправки, если он пустой. Кроме того, открывать крышку бака можно с помощью специального кода, который предоставляется дозаправочной компании.